Привет, это ежедневные новости от Индекс о главных событиях прямо сейчас. Владелец Facebook лишит рекламодателей онлайн и офлайн инструментов. Мета утверждает, что они не пользуются популярностью. Александра Дулерайна на посту генерального продюсера ТНТ сменит его заместитель. Аркадий Водах с 2012 года работает в структурах холдинга «Газпром-Медиа». Артсана нашла российского партнера для продажи игрушек Чико. Inventive Toys, с которым было заключено сотрудничество, уже работает с Lego, Mattel и Hasbro. Новым гендиректором Сбер Е-аптеки стала экс-директор по продукту Впрок.ру. Мария Тимофеева сменит в этой должности основателя компании Антона Буздалина. Россияне переключились с услуг и путешествий на потребительские товары. Люди не возвращаются к привычной структуре трат даже после снижения коронавирусных ограничений.